В Муравленко готовятся к одному из главных политических событий текущего года. 10 сентября состоится единый день голосования. Горожанам вместе со всем Ямалом, а также жителями Югры и Тюменской области предстоит избрать губернатора. Всего одна, но очень важная избирательная кампания этого года ожидает жителей Тюменской матрешки. Выборы главы области проводятся по единому избирательному округу на территории трех субъектов – Югры, Ямала и Тюменской области. В преддверии голосования в Муравленко создан и работает специальный штаб. Совещательно-консультативный орган занимается организацией выборного процесса, а также обеспечивает конституционные права граждан. Избирательные комиссии, конечно же, будут совершать поквартирные обходы, индивидуально каждого избирателя уведомлять о дне, времени и месте голосования. И также будут узнавать, будут голосовать либо они на избирательном участке, либо же на дому. В текущей избирательной кампании есть важные изменения. Один участок для голосования будет перенесен. 404-я комиссия была сформирована на базе городского дома культуры. Сейчас в учреждении идет ремонт, поэтому принято решение перенести участок в здание музея. Всего же в городе будут работать 11 комиссий. На предмет доступности маломобильных групп населения все участковые комиссии обследованы, в том числе и здание музея. На предстоящих выборах будет применена система «Мобильный избиратель». Она давно себя зарекомендовала и позволяет проголосовать на любом участке, а не по месту регистрации. Нужно только заранее подать заявление и выбрать место. 10 сентября избиратели Муравленко, находящиеся в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, это по причине отпуска, командировки, и смогут проголосовать по месту нахождения. Для этого нужно подать заявление с 26 июля по 6 сентября через МФЦ, портал госуслуг или территориальная избирательная комиссия. С 30 августа по 6 сентября прийти можно в участковую избирательную комиссию. Кандидаты на должность губернатора Тюменской области уже определены. Претендентов четверо. Представитель КПРФ Иван Левченко, от «Единой России» действующий губернатор Александр Мор, Владимир Пискакин от партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» и Денис Садовников от ЛДПР. До 24 июля они должны предоставить документы для регистрации в областную избирательную комиссию. А имена утвержденных претендентов объявят до 2 августа. Ирина Бугрим, Сергей Лукович, Новости Муравленко.